Сегодняшний футбольный клуб занимается разбором скандалов и потасовок, как тех, что прогремели и до сих пор на памяти, так и тех, что прогромыхали, да и забылись. Пятерку за увертливость получает арбитр Геннадий Куличенков. В новороссийской игре «Черноморцы» и ЦСКА он принял множество спорных, по мнению публики игроков, решений. Одно из них, падение Черномора Абдразакова от кутеповских рук, привело к памятному хороводовождению вокруг Куличенкова. Как-то незаметно и без особых усилий с его стороны, перешедшее в банальное выяснение отношений между самими игроками. Список самых ругаемых обитателей поля уверенно пополнялся. Под номером 4 в него вошел лайнсмен Сергей Германчук, вину которому был поставлен незасчитанный гол Олега Веретенникова в июльском триллере под названием «Спартак Ротор». Вне себя от возмущения Веретенников бросился хватать Германчука за грудки. А слова, при этом произносимые, обещали лайнсмену страшную участь Марселуса Уоллеса из тарантиновского криминального чтива. Владимир Геращенко на капитанских правах Веретенникова урезонивал, прижимая к своей сочувствующей груди, а Рохус Шох переживал случившееся тихо, безмолвно хватаясь за голову. Игроки «Факела» и «Шинника» судьи не трогали, а дрались между собой, как нерадивые троечники. Начало конфликту положил стык в центре поля. Арбитр полез было за горчишником, но разгоревшемуся «Факелу» дисциплинарных санкций было мало. Ярославец Аваков, придя на помощь товарищу, врубился в воронежские боепорядки и тут же обнаружил полное отсутствие боксерских навыков. Аваков дрался неуклюже и смешно, больше помышляя о том, как бы поскорее вырваться из объятий города сотоварища. Уверенную двойку по поведению получает владикавказская «Алания» и ее наиболее агрессивные представители за угрозу расправы над арбитром после незасчитанного гола, многообещавшего форварда Ивана Гицко в ворота московского «Локомотива». Сам неправедно забивший особенно не возмущался. Он-то видел, что взятие ворот сопровождалось нападением на Овчинникова. А вот Сергей Тимофеев и слышать об этом ничего не хотел. Он напирал на арбитра, засучив рукава. Этот жест так завел владикавказские трибуны, что те стали метать на поле сосуды с водой. Лишь однажды в минувшем сезоне, этой цифрой соответствующей подтверждается, в футболистских потасовочных между собойчиках приняли участие милиционеры. Случилось это в залитом солнцем Ростове-на-Дону, где шалевшим от пекла игрокам местного сельмаша и заезжей жемчужины не хотелось играть в футбол. И вместо этого они лениво пихали друг друга в неубедительной тени крюковских ворот. Вот тогда-то и появились стражи. Вывалились на поле словно рассеянные актеры, которые перепутали время своего выхода, да еще и реплик не выучили. Бестолково похватав за рукава уже утихомирившихся игроков, милиционеры бесславно исчезли, как то бесполезное ружье, которое не выстрелило и в четвертом акте.